Тренировочный процесс на этой неделе сначала. То есть тренировались хорошо, системно, структурно, много получалось. А вообще на поле такое ощущение, что я их не тренировал, другую команду тренировал. Первый тайм. Просто, вот, как думаю, а были ли, может, другие футболисты вышли какие-то, только майки одели. Видимо, такая сегодня составляющая и психологическая, в первую очередь, у команды нервно-эмоциональная, моральная. Она и внутри есть. Я, конечно, не буду говорить о чем-то и выносить то, что у нас происходит в раздевалке. Вот. Но она такая, к сожалению, сегодня, как говорят, семяжная правда, что где-то эмоциональный фон такой, он достаточно своеобразный, с таким я не сталкивался еще фоном. Вот, и моя задача сегодня перенести именно эти эмоции, направить в нужное русло. То есть правильный футбол, раскрепощенность, чувство партнера, чувство локтя, помогать друг другу. Ну, у нас есть команда сейчас собрана индивидуально достаточно сильная, а вот именно структуры, системы и командных действий 3 дня они были, когда они вместе работали. А выйдя на поле, к сожалению, она потерялась. В этот момент для меня очень важен сбалансировать составляющие эмоциональные, психологические, ну, ясно, что сопутствующие моменты футбола – это и работоспособность, и тактические моменты, и дисциплина, которая явно хромает, игровая дисциплина на поле. Мы сегодня объявили, что мы будем делать собрание, и за нарушение игровой дисциплины и так далее мы будем жестко штрафовать. Потому что пока на увещевание, на уговоры, вроде так говоришь футболистам, они все понимают. А по факту, к сожалению, пока выход другой. Поэтому, возможно, картина она проясняется все больше и больше, но дальше уже как бы некуда. Надо где-то включать рычаги. Они подключены. Надеюсь, что мы с этой ситуацией справим. И этих футболистов, индивидуально хороших футболистов, молодые ребята интересные есть. И ребята белорусские футболисты, опытные, известные. Иностранцы интересные ребята, тоже в том числе молодых много. Надо все-таки как-то собрать их в одну такую структуру, которая бы правильно все делала на поле и достигала большого успеха. Поэтому комментировать. Ну, соперник, его даже не надо изучать. Потому что я прекрасно знаю тренера, прекрасно знаю футболиста, который с тех пор еще играет до сих пор костяк. Она сбитая команда такая. Плюс еще добавился Савицкий, добавился Зубович. То есть для меня как бы ничего нового. Но это есть новое, то, что команда она осталась в той структуре, которая была несколько лет уже, лет 5-6, наверное. Вот. И поэтому в этом их сила сегодня. Они, вот у них как раз и команда духом есть. Без витиеватости, но он есть на самом деле. И это их плюс. И мы сегодня должны не то, что довольны ничьей, а ясно, что нет, хотя мы забить в конце. Хорошо, удар был выводился 1-1, но, к сожалению, не реализовал. Вот. Но, опять же, мне кажется, закономерная ничья. То есть, говоря о том, что мы упустили победу, несмотря на этот момент опасный. Будет также момент опасный в конце и у соперника. Вот. И, как бы, для нас сегодня важно другое, это понимание, как дальше выправить ситуацию, идти дальше. И очки набирать уже по более крупному, а не так с такой натугой. Это проблема.